Сегодня у нас на разборе Fly Life Compact 4G. Открываем заднюю крышку. Откручиваем болты. Снимаем аккумулятор. Снимаем среднюю часть телефона. Так, отключаем антенный проводок. Снизу и сверху. Снизу отключаем с антенной платы. Откручиваем болтик и снимаем эту платку. Отклеиваем вибро. Снимаем фронтальную камеру. Отстегиваем шлейфик, который идет на кнопке громкости включения, и его аккуратненько отклеиваем от корпуса. Отстегиваем шлейфик и откручиваем болты, которые держат системную плату. Также здесь под скотчем есть разъем тачскрина. Отключаем его. И аккуратно убираем. Теперь можно снять системную плату. Отключаем основную камеру. Динамик спикер у нас припаян к плате. Он универсальный. Вибро тоже припаян к плате. Микрофон у нас припаян к нижнему шлейфику, который идет на дисплей. Просто так его не снять, он уходит под рамку корпуса. Дисплей с тачскрином у нас меняется по отдельности. Клея тут никакого нету. Телефон разобран. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и указывайте в комментарии, какие бы вы телефоны хотели увидеть в наших следующих разборах. Пока!